В Лопатинской школе состоялся фестиваль добровольцев Московской области «Время действовать вместе». Педагог-организатор образовательного учреждения Людмила Шуст со своими подопечными выиграла грант на всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы». В рамках этого проекта у нас прошел уже круглый стол в августе месяце с кураторами добровольческих отрядов. А сегодня мы уже все добровольческие отряды Московской области, именно Ленинского городского округа, пригласили к себе, чтобы себя показать и на них посмотреть. В каждой из своих школ ученики создали команды волонтеров. Ребята занимают активную жизненную позицию, участвуют в окружных мероприятиях, сами придумывают и проводят общественно значимые акции. В первую очередь это интересно, вот реально. Постоянно знакомишься с новыми людьми и сам развиваешься, в принципе. Открываешь новые вещи для себя. Вообще волонтерство – это прекрасное направление. Помогать людям – это чудо. Делать их счастливыми, заставлять их улыбаться. Потому что все люди заслуживают крепкое плечо рядом и улыбки на лице навсегда. Во время фестиваля все участники подготовили презентацию своей команды в виде музыкального номера. И тогда мы вместе, ты и я. И тогда мы как одна семья. Цель фестиваля «Время действовать вместе» – объединить активную молодежь. Благодаря тому, что все ребята-добровольцы собрались под одной крышей, у них появилась возможность обсудить совместный волонтерский проект, который они могли бы реализовать в будущем в масштабах муниципалитета. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.